В Башкортостане 116 тысяч гектаров неиспользуемые пашни введут в оборот в ближайшие 7 лет. Такую задачу поставил глава регионального Кабмина Андрей Назаров в ходе заседания правительства. Одной из ключевых тем совещания стало развитие мелиорации в республике. За последние 5 лет аграрии Башкортостана реализовали 12 проектов по улучшению естественных сенокосов и пастбищ, изменению водного режима сельхозземель, освоению новых угодий. В текущем году 9 проектов региона получили федеральные субсидии для компенсации части затрат на мероприятия по мелиорации. В прошлом месяце правительством России принято решение о выделении дополнительных средств регионам на проведение мероприятий в области мелиорации земель. Это строительство и реконструкция растительных осушительных систем, гидротехнических сооружений. В оборот будут увлечены дополнительные земли сельскохозяйственного назначения. Наша республика вошла в перечень получателей средств федерального бюджета. Региональный Минсельхоз выступил с инициативой возмещать из регионального бюджета до 50% затрат аграриев, если их заявки прошли конкурсный отбор в федеральном ведомстве. Андрей Назаров предложил одобрить проект постановления.